Задумывались ли вы когда-нибудь, почему катание по льду называется именно фигурным? Оказывается, спортсмены во время своей программы выполняют под музыкальное сопровождение ряд специальных элементов, как бы рисуя фигуры на поверхности льда. Отсюда и название – фигурное. Многие из вас с упоением и волнением смотрят удивительно зрелищные, красивейшие, невероятные номера фигуристов, участников Олимпийских игр. Но, скорее всего, мало кто догадывается, что при катании фигуристы испытывают нагрузки больше, чем космонавты при спуске с орбиты. А это значит лишь одно – физическая подготовка у спортсмена должна быть на высоком уровне. Интерес к катанию на льду появился у людей очень много лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. И первые конькобежцы передвигались по льду на коньках, изготовленных из слоновой кости. В Россию же первые коньки привез Петр I. Его же идеей было крепить лезвие конька подошве. Кстати, почему именно коньки? Они получили свое название из-за того, что раньше их переднюю часть украшали фигуркой головы коня. Любителем наблюдать за фигурным катанием был сам Лев Николаевич Толстой, который часто посещал каток и был так впечатлен этим удивительным видом спорта, что в своем романе «Анна Каренина» поделился с читателем своими впечатлениями, включив в произведение несколько сцен на катке. Как ни странно, но на соревнованиях во время исполнения программы фигуристам запрещено петь. Да-да, это спорт, а не мультфильм. Да и сомнительно, что кто-то из фигуристов будет сбивать свое дыхание пением. А вот в ледовых шоу по мотивам картин Уолта Диснея фигуристам обязательно нужно петь во время выступления. Несмотря на приличный возраст этой спортивной дисциплины, программы фигурного катания не перестают удивлять. И в этот раз нас порадовали своими программами, победами и наградами наши сибиряки, ставшие участниками региональных соревнований по фигурному катанию, которые проводились с 19 по 21 февраля. Первенство среди юношей и девушек Дальневосточного и Сибирского федеральных округов проходило в Ледовом дворце «Арена 300» в городе Искитим. Соревнования включали две программы – короткую и произвольную. Для успешного исполнения номера нужно было, как и в любом спорте, хорошо разогреться и размяться. В короткой программе участники должны были выполнить 8 обязательных элементов в течение 3 минут, а вот в произвольную спортсмены старались включить самые сложные и интересные элементы, чтобы удивить зрителей и получить как можно больше баллов, которые станут решающими. Кстати, в фигурном катании есть элементы, которые запрещено исполнять на соревнованиях, например, сальто. Изящные костюмы, музыкальное сопровождение – все это дополняло прекрасные номера ребят, увлекало зрителей и судей, и они проживали их вместе с исполнителями.
Не обошлось и без падений, но какая сила воли, рвение к олимпийским вершинам у ребят, упасть, но встать и продолжить свое исполнение. Вот это и есть профессионализм. Во время вращения достигает 300 оборотов в минуту. Фигуристы привыкают к быстрому вращению вокруг своей оси, но для неподготовленного человека это будет настоящим испытанием. Чтобы представить, что значит 300 оборотов в минуту, взгляните на свою стиральную машину на минимальной скорости отжима. Каждый участник после своего выступления, ожидая результаты, находился в специально отведенном месте. И здесь, в эти волнительные для участников минуты, были их наставники, тренера, которые вызывают огромное уважение за их бесценный труд, который они вкладывают в будущих, возможно, олимпийских спортсменов.
Ребята, набравшие максимальное количество баллов, объявлялись победителями и были награждены почетными грамотами, медалями и кубками. Первое место занимает Максим Самулин, Новосибирская тоже с радостью присоединяемся к поздравлениям спортсменов, которые достойно представили наш регион. Желаем больше побед, больше стремлений, и чтобы любые спортивные вершины были вам подвластны. А проигравшим желаем не унывать, ведь каждое соревнование – это бесценный опыт к большому олимпийскому будущему.